председатель экзаменационной комиссии. Основной экипаж экспедиции на МКС прибыл для проведения экзаменационной конкурса тренировки на российском сегменте Международной космической станции. Доложил командир экспедиции космонавт Прокопьев. Чувствую отличное. Пожалуйста, выбирайте. Сергей, такая необычная конфигурация экипажа. В корабле «Союз» три места, вас четверо. Расскажите, пожалуйста, почему вы четвером сдаете сегодня экзамен? Ну, это не совсем необычная конфигурация для МКС. Это даже маленькая конфигурация. На самом деле нас будет 7 человек работать на станции. Поэтому даже мы немножко в урезанном составе сегодня. И я думаю, что вчетвером мы можем сделать больше. Так что я думаю, что это здорово. То есть чем больше, тем меньше ошибок, правильно? Помогать будем больше. Помогать будем. Фрэнку вопрос. Фрэнк, вы совсем недавно стали тренироваться в составе этого экипажа. Получилось ли вам быстро войти в ритм работы? И как вы подошли? Как вы считаете, у вас хороший уровень для того, чтобы заниматься на станции и давать тренировки? Absolutely, yeah. We have a great team, and we have a great team of instructors both here in Roscosmos and in NASA. And so I feel like they've absolutely done a terrific job of getting us ready, and we look forward to completing this mission. Безусловно, наш экипаж абсолютно готов и очень сплоченный. У нас отличная команда, и здесь, в этом институте, команда инструкторов очень сильная. Спасибо. Дмитрий, Анна, вы с каким настроением сегодня? У Анны вообще второй раз этот экзамен за несколько месяцев и тоже на российском сегменте. Дмитрий, с каким вы настроением сегодня подошли к экзамену? Настроение праздничное, как у нас говорят. Экзамен – это для нас всегда праздник. На самом деле, такой завершающий этап, долгие годы подготовки, больше 2 лет подготовки в экипаже. И, наконец, получается, тренировки все завершились. Осталось только вот последний шажок. Это 2 комплексных экзамена, самых, наверное, сложных, самых ответственных. После чего ожидаем, конечно же, полет. Настрой на работу у меня довольно хороший. К работе готова. И Сергей, еще заключительный вопрос. Сергей, вы очень долго тренировались в составе. Дмитрий, Анна, вы. Легко ли, как командиру, было перестроиться, когда у вас произошла вот эта вот замена в связи с подписанием договора о перекрестных полетах? Легко ли адаптировался Фрэнк в вашу команду? Для нас это не стало неожиданностью. Мы ожидали, что так и произойдет, что перекрестные полеты нужны космонавтике, международной космонавтике в этих полетах. Поэтому мы были к этому готовы. Фрэнк очень хорошо влился в наш экипаж, в наш коллектив. Мы сейчас работаем на одной волне, очень хорошо друг друга понимаем, взаимодействуем. И то, что мы еще и с Аней будем работать, я думаю, будет здорово. И мы, наоборот, покажем самый лучший результат. Ну, желаем вам сохранить этот настрой на работу и на сегодняшний экзамен. Мы желаем пуха не пера. Спасибо. 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 Плечом к плечу, пожалуйста. Так, ваши приказы.
Через браузер. Нет, понятно. Мы тогда и через Chrome. Chrome тоже. Это не дашь.